Я по образованию преподаватель и много проводила времени с детьми, учила их танцевать, петь. Был свой театр, танцевали. И случайно увидела и не удержалась. Девочки танцуют синхронно вместе с отцом. Сложные движения хип-хопа, танец очень ритмичный. Они ни разу не ошиблись и танцуют прекрасно. Я включу на несколько минут, и вы посмотрите, как это здорово, когда они танцуют. Это сложное движение. Это такие сложные движения. Музыка очень ритмичная, а девочки прекрасно танцуют. Я получила удовольствие. Я дам ссылку, посмотрите. Это прекрасно. Вот воспитание детей прекрасное в семье. Но на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.